что поможет запомнить религиозный текст в 500 страниц. Иногда ко мне обращаются представители о религиозной конфессии с просьбой посоветовать какую-либо технику, которую можно использовать для запоминания религиозных книг. Ведь в отличие от обычных текстов мало понимать. Нужно цитировать написанное слово в слово. Давайте попробуем составить варианты. Для чего нужно запоминать текст? Вариант номер один для прохождения экзаменов. В этом случае лучше всего встретиться с предыдущим потоком и выяснить, на какие мозоли надавливает экзаменатор. Также можно использовать психологическую постройку к преподавателю и зарекомендовать себя как хорошего ученика задолго до экзамена. Вариант номер два. Текст нужен для работы. Например, использовать тексты для составления своих проповедей. В этом случае, кажется, нужно запоминать как раз эти 500 страниц. Рискну предложить технику, которая позволит превратить нудный процесс в интересное дело. Дело в том, что чтение текстов, а тем более скорочтение, без интереса невозможно. Каким-то образом нужно найти интересные места и в первую очередь сосредоточиться на них. Мне кажется, это очень легко сделать, если найти наставника, которого можно взять за образец, который говорит так, как вы хотели бы научиться сами говорить. Один из моих собеседников назвал имя Даниила Сысоева и при этом назвал ряд причин. Что мы можем дальше сделать? Взять какую-либо лекцию и внимательно прослушать ее. Потом внимательно изучить ссылки, на которые дает авторитет. На третьем этапе нужно научиться говорить точно так же, как оригинал. С тем же жаром, с теми же интонациями и с теми же акцентами. Для чего это делается? Дело в том, что мы приобретаем знания не просто так, а для того, чтобы их использовать. И через использование этой информации мы ее запоминаем. Если информация не используется, то она выветривается. Полагаю, что это относится и к священным текстам. Места, которые вам нравятся, которые рекомендовал авторитет, нужно в первую очередь заучить наизусть. Вот так процесс зазубривания текста можно существенно облегчить.